Без страха заболеть самим, не жалея себя, они вышли на передовую, чтобы помогать другим. Многие уверены, что 2020 год – год коронавируса. Но это не так, подчеркнул глава Одинцовского округа Андрей Иванов. 2020 год – это год добровольческого движения. Год, когда проявили себя все неравнодушные люди. И я помню, когда весной мы каждые сутки выявляли 50, 60, даже 80 человек, заболевших коронавирусом. И вы, так же, как и мы, молча, без лишних разговоров, шли на эту передовую. Сказать слова благодарности волонтерам для главы Одинцовского округа уже традиция. Неотъемлемая часть проекта – выездная администрация. На этот раз герои дня – волонтеры из Чистцов. На торжественной церемонии 5 человек. Церемония награждения – короткая передышка. После нее снова на передовую, чтобы помогать самым уязвимым жителям Одинцовского округа, которые сейчас вынуждены оставаться дома. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».